Раз, два, три. Привет! Мы команда Серпинс, и сегодня мы снимаем реакцию на долгожданный камбэк Батан Сардан. Тизеры нас очень взвели в замешательство. Одни такие нежные в кружеве, красивые такие мужчины, и одни такие все в черном, какой-то такой концепт пуленепробиваемых наших бантан. Вот поэтому ждем чего-то необычного. Да, возможно, это будет что-то большее, похожее на старые их концепты. Поэтому давайте посмотрим. Да. Гоу! Легендарная заставка уже сменили. Вау! Очень это красиво. Кто-то одиноко сел. Чунгук, это Чунгук. Она его везде узнает. Да, я угадала. Знает любимого по походке. Так, он куда-то смотрит. О, и себя же. И видит своих же ребят. Вот такие красивые, я не могу. Красивые сидят. Пока нежно. Да, пока очень нежно. Я уже везде видела эти кружевные. Какой мужчина, девочка. Они как будто бы молодели в фильме. Сколько этим мужчинам, боже мой, они же уже... Честно, я по песне пока не понимаю, был уже припев или его не было. Да, она такая плавная, спокойная. Да. Он нашел кроссовки в пустыне. Бабочка. Мне нравится песня. Вот мальчики, пока еще раз. Там написано. Цифры? Да. Может, это что нас ждет? Фонтаны еще будет все заметят, они еще будут. Музыка, ты хороший. Какой-то душевный клип у них. Там такие трудяшки, все такое. А чтобы постели. А что мы увидели, было там такое? Слушай, автобус, он был в одном из первых клипов. Да, когда они... Он был и казалось на самом деле. Побежали, то есть Чунгук из будущего зовет их? Или наоборот из прошлого, не знаю. Какой-то Чунгук. Какой-то Чунгук. Да, зовет их в автобус. Поехали, ребята. Все еще малыши хорошие. А, 30-летние. Малыши. Собрались они, сейчас поедут в путешествие. А, света был? Нет. А, не все. Почему так грустно стало? Они вроде улыбаются. Такая музыка, как будто ностальгия. Может, какая-то. Да, как раз хотела сказать, это больше ностальгическое, да, чем да. Грустное. Так радостно-грустно. Да, ну вот такой похлопал. Только типа на него летет и хлопает.
очень 4.40. Это прошло не 4.40. А очень вот быстро. Так. Очень. Да, то есть, знаете, вот как будто у них с каждым камбэком в песне все спокойно. Это вообще можно балладой назвать? Я не знаю. Возможно. Настолько... Она близко? Настолько спокойная, настолько обычная, очень красивая. И вы знаете, без. Вот нет никакого перебора. То есть обычная спокойная песня, красивый клип, даже танца вообще не было, да? Кстати, то есть не показали ни одного кадра. Да. И мне, я сейчас вспомнила их вообще самое начало, и я помню, как им сильно подводили глаза черным, как их красили. И тут полностью чистые лица. Это так прекрасно, что ушло от этого, что они, вот их красота показывается без всякой вот этой, подчеркнуть глаза, губы, вот просто красивые мужчины. Natural beauty. Да. Кстати, да, как будто бы этот релиз у них объединяет все, что было, они как такие, как друзья встретились, поностальгировали вместе, как сходили в старые места. Нет, я хотела сказать, как будто они прощают. Грустно от того, что как будто они подвели итог всему, и все. Может, это наоборот. Все. Просто старая эра прошла, и нас что-то ждет новое. Новое начало. Да, что-то еще более новое, возможно, нас ждет. Ну что? Вау. Вау, нам понравилось очень. Мы очень впечатлены камбэком. Делитесь своими впечатлениями с нами обязательно. И ставьте нам лайк, subscribe, comment and push notifications. Yay!